Далее проверка Turbo Sound вместе с Digital Studio. Никаких проблем. Значит, в предыдущих схемах неправильно сделана выборка второго чипа, так как в основном все брали ее за основу, поэтому вот этот глюк был унаследован. Я свою схему делал как бы, ну, туда не заглядывая сильно. Все нормально. Если кто-то будет отдельно делать Turbo Sound, берите за основу мою схему.